Горох Рокет, вот так он выглядит сейчас. Достаточно быстро поднялся, когда пришло вдруг тепло, когда температура стала больше 15, он почувствовал это, стал развиваться. И в целом сейчас завязал уже много завязи, сейчас пока цветет. Пока цветет. Это посев был, наверное, последний. Вот так поле выглядит. Высота где-то, ну, под 70 сантиметров, наверное. Активно цветет.